Тревожные новости из США приходят. В штате Флорида произошла стрельба в городе Форт Майерс. По данным NBC, подросток открыл огонь в ночном клубе. Там проходила вечеринка для школьников. Некоторым из посетителей было по 13 лет. В результате нападения 2 человека погибли, 16 получили ранения. Место трагедии вы видите оцеплено. В небе кружат вертолеты сейчас. Раненые уже в больнице, некоторые доехали до врачей. Сами тяжелых травм никто не получил. Некоторые пострадавшие даже добавляют видео с собой на больничной койке. Вот, например, такое.